Фондовые индексы в России сегодня открылись достаточно уверенным ростом, что связано с повышением цены на нефть. Мы ожидаем, что сегодня цены на нефть останутся в коридоре 48,5-49,5 долларов за баррель. Не исключено, что опять будет предпринята попытка штурма уровня в 50 долларов за баррель. Ожидаем, что на фондовом рынке также сохранятся оптимистические настроения. Валютные курсы. Мы ожидаем, что доллар сегодня будет в коридоре 64-65 рублей за доллар, а евро по-прежнему в коридоре 72-73 рубля. Удачных торгов!